Вот тебе и поезд Илона Маска. Старлинки. Снимал Юпитер. Ты представляешь? Уже развернулся домой уходить. И вижу, полосочка эта по небу летит. Сейчас я их догоню чуть-чуть. Жалко, нету звезд никаких ярких, на фоне которых их видно было бы отчетливее, их движение. Да, ну, как получилось, и то хорошо, отлично. 10 ноября 2023 год. Давай на Юпитер наведемся, раз уж, то есть на Сатурн. За одним разом. Ладушки.